Представительству Тольяттинского государственного университета в Сызрани исполнилось 10 лет. Дата круглая, потому и отмечали как настоящий день рождения. Вот наше представительство в Сызрани – это некий форпост Тольяттинского госуниверситета, не только в территориальном смысле, а в инновационном смысле. Потому что мы здесь все это время пытались создать, и у нас, по-моему, получилось, такую инфраструктуру, которая позволяет студенту из города Сызрани чувствовать себя совершенно равноправным студентом Тольяттинского госуниверситета вместе со студентом из Тольятти. Мы все прекрасно понимаем, когда наши студенты уезжают в другие города, много не возвращают сюда, находя, потому что в Сызрани очень талантливая, будем говорить, молодежь, она, значит, прекрасно учится и получает хорошие предложения на других территориях. То есть те, которые учатся здесь, те, которые работают на предприятиях, получая высшее образование уже осознанно, те, которые и молодежь после школы, они здесь работают, учатся, уверен, что у них здесь и семьи у них здесь образуются и прочее, никуда они из нашей родной Сызрани не уедут. Для сызранского представительства ТГУ 10 лет – это 10 шагов становления. За это время было действительно немало достигнуто. Широко использовали самые современные образовательные технологии. Налажен контакт с такими предприятиями, как «Пластик», «Тишмаш», «Кардан». Подготовлены десятки профессионалов, которые работают на благо города и всего региона. Наверное, как учреждение, на самом деле за это время стали на ноги. Наши успехи проявляются во многом. Мы заняли достаточно прочное место в образовательном пространстве нашего региона, города Сызрани, Октябрьска и близлежащих районов. Мы представляем здесь интересы Тольяттинского государственного университета. И нас уважают, к нам прислушиваются промышленные предприятия и многие организации, которые находятся на этой территории. Они заказывают нам кадры, и они гордятся нашими выпускниками. Подарками в честь праздника стали выступления тольяттинских и сызранских артистов. Ну и какой же день рождения без торта? Свечи на главном украшении праздника задул ученик сызранской гимназии Иван Захаров. Ваня – ровесник представительства. Ему скоро тоже исполнится 10 лет. Первые 10 лет – это 10 шагов, начало большого пути. Сегодня более 700 сызранских студентов с гордостью говорят: «Я учусь в Тольяттинском государственном университете».